Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HDSet Info. Сегодня я вам покажу, как на устройстве Google Pixel 8 изменить время и дату. Чтобы на данном устройстве изменить время и дату, вам будет нужно перейти в настройки, после чего почти что в самом низу мы увидим система, и здесь же мы ищем время и дату. Вот. Дата и время с таким значком часов. Нажимаем. И здесь мы уже можем видеть разные настройки даты и времени. То есть перенаставить время автоматически, автоматическое определение, использовать данные о местоположении, регионные, региональные настройки по умолчанию. Можно настроить, например, вот эти 4-часовой формат. Можем его выключить. У нас будет AM/PM, как в Америке или в Канаде. Или можем выключить обратно точку в Европе. И также можно настроить время автоматически, например, поставим себе час дня, к примеру. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и до свидания.